Провел у ледяной воде каля 7 годин и застался живым. После падения у колодец жихар Добрского района не только смог протриматься там без допомоги рекордную колькость часу, але практически не отрывал никаких проблем со здоровьем, кроме агульного перехолоджения организма. Уникальный выпадок отбылся у поселку Рассвет Добрского района. Напередодні каля 7 годин раницы жихар этого населенного пункта вышел на улицу за водой, однако не утримался на ногах и свалился у колодец глубиной 5,5 метров. Самостоятельная спроба выбраться наверх скончилась неудачей. На крики об допомозе никто не откликался. И только после часу дня на место здарения прибыл сын потерпелого и при допомозе ланцуга колодежа разом с сябром вытягнул батьку на поверхню. Выбраться пытался. 5 раз не получилось. Каким образом? Ну, там же цепь. По цепи, по стенкам. То есть все время вы находились в воде? Ну, да. Дарэчы, с медицинского погляду, гэты выпадок выходит за рамки звычайного представления о магчымасці человека знаходится долгий час у ледяной воде. Напередодні дзённая температура паветра у регионе не перевышала 10 градусов морозу, а температура воды у колодежи плюс 4. Если люди в такой воде проводят больше часа, как правило, наступает остановка сердца, или если человек выживает, то развивается почечная недостаточность. В данном случае нашему пациенту ничего не грозит. У него сердце работает прекрасно, и почки тоже.